Подходит к концу первая смена работы губернаторского трудового отряда. Сколько мозолей натерли молодые труженики? С какими столкнулись проблемами? Почему одни бойцы отряда работают ударно, а другие спустя рукава? Мы поинтересовались сегодня у бригадира. Так, внутри коллектива не было пары стычек, конечно, уже. Что делили? Они, наверное, не совсем осознавали поначалу, что они пришли именно работать, что это не лагерь, ничего, ну, не отдых, а именно пришли, отработали и ушли. Безусловно, в любом трудовом коллективе есть люди, которые отдают работе гораздо больше сил и энергии. Каково это им дается? Утром рано вставать нужно, и мне далеко идти, ну вот, много времени нужно. И еще, ну вот, как бы от работы иногда, ну, мозоли бывают, и у меня растяжение было на запястье. Инструмент какой повредил здоровье? Грабли. Сегодня бойцы трудового отряда в Ивангороде занимаются уборкой площадки возле дома номер 1 по улице Гагарина. Вычищаются газоны от мусора, убирается проросшая среди плиток трава. О том, как работается, делятся впечатлениями сами ребята. Ну, я позапрошлом году работала. Вот. Кто учил держать грабли? Сама научилась. Ну, их несложно держать. Главное уметь работать правильно. Да, главное уметь работать. Ну, то, что вот мы вот помогаем городу стать более чище и более, это, можно сказать, привлекательным. Ну, в принципе, работают все. Девчонки всегда вот взяли, пошли, сделали, что помочь, где помочь, как сделать. Работа уже много сделана. Мы каждый день цепляем несколько объектов. Какие объекты? В принципе, все, ну, городская площадь, автостанция, такие видные места. Игорь Овсиенко, Елена Афанасьева, телеканал «Орел».